Андрей Тарасенко выступил с отчетом перед законодательным собранием Приморского края. Речь шла о работе администрации в 2017 году. Особое внимание глава региона уделил ключевым показателям развития экономики, инвестиционным перспективам и социальным вопросам. Владимир Клюшников об основных моментах отчета. Отчет о работе краевой администрации – это обязательная процедура для главы региона. Она прописана в главном документе Приморья – уставе края. По регламенту Андрей Тарасенко должен отчитаться перед законодательным собранием до 1 июня, даже несмотря на то, что занимает свой пост только с октября 2017-го. Отчет главы сегодняшний – это отчет о работе администрации предыдущего периода, прошлого года. То есть тогда, в общем-то, возглавлял администрацию не Андрей Владимирович. Поэтому в первую очередь все-таки интересно не то, какие итоги будут подведены, а то, какие направления как приоритетными будут озвучены. То есть это действительно важно, это интересно, потому что, в общем-то, сегодняшние заявления главы региона, они зададут тон развитию края и, в общем-то, наверное, дадут понимание, в каком направлении мы будем развиваться. Журналисты, эксперты и политологи угадали. Андрей Тарасенко действительно построил свой отчет одновременно как доклад о проделанной работе и как программный документ для предстоящей деятельности администрации края. В год 80-летнего юбилея Приморья стержневой темой для развития территории глава региона обозначил экономику и особенно выделил промышленное производство. В обрабатывающем секторе индекс производства составил более 122% к уровню 2016 года. Треть валового регионального продукта Приморского края формируется за счет деятельности транспорта и обрабатывающих производств. На этих отраслях нам и предстоит сконцентрировать основные усилия. Андрей Тарасенко отметил огромный потенциал рыбной отрасли, как важнейшей части экономики края. Сегодня Приморье в год добывает и обрабатывает 750 тысяч тонн водных биологических ресурсов. Это пятая часть от всех объемов в России. Весомую долю в этих цифрах составляет продукция аквакультуры. По итогам 2017 года нам удалось добиться существенных результатов в области аквакультуры. Объем производства этой продукции составил более 9,5 тысяч тонн, что почти в полтора раза превышает показатель 2016 года. Объем реализации товарной рыбы и других объектов аквакультуры составил более 1000 тонн. Отдельную часть отчета глава региона посвятил социальной политике, здравоохранению, спорту, образованию. О последнем направлении Андрей Тарасенко сказал, что оно в Приморье должно стать доступным и качественным, причем на всех уровнях образования, от дошкольного до вузовского. Многие образовательные учреждения в крае сегодня требуют модернизации, а в некоторых случаях – капитального ремонта. Для решения этой проблемы в 2018 году предусмотрено более 500 миллионов рублей на строительство новых и реконструкцию уже существующих школ края. Также мы предусмотрели субсидии муниципалитетам на проведение капитальных ремонтов 41 школы и 16 детских садов. Еще одна из задач – обеспечить все школы края широкополосным высокоскоростным интернетом до 2020 года. Еще одна важная задача в социальной области – развитие культуры. По поручению президента России в Приморье предстоит создание единого музейного комплекса, в который войдут филиалы ведущих музеев страны – Эрмитажа, Третьяковки, Русского музея, Музея искусств народов Востока. Еще один проект – театрально-образовательный комплекс Высшей школы музыкально-театрального искусства Приморской сцены Мариинского театра. Там же планируется разместить филиал Академии русского балета. Также запланировано строительство Центра культурного развития в Большом Камне, создание Приморья культурно-исторического парка «Россия. Моя история». В своем отчете глава региона обозначил основные направления и проделанной работы, и работы, которая только предстоит. А ее конечным результатом, как отметил в выступлении глава региона, должно стать повышение качества жизни каждого приморца. Владимир Клюшников, Александр Кононенко, «Панорама».